Настоящий подвиг добровольцев и последовавшее за этим чудо. 4-летний Ярослав, потерявшийся в лесу, найден целым и невредимым. Как чувствует себя ребенок сегодня и что его родители хотят сказать добровольцам? И считают ли человека, нашедшего Ярослава, героем? Об этом и не только сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале «Че».